Осмотр нового современного оборудования, беседа с молодыми врачами, общение с матерью 12 детей. Алексей Русских побывал в Ульяновской областной больнице. За столом неформальное общение главы региона и молодых медиков. Несмотря на возраст и небольшой стаж работы, многим уже есть чем похвалиться. Доктор Саутиев, например, готов рассказать о новой методике борьбы с тромбами. Суть нашей методики заключается в том, чтобы визуализировать, найти место тромбоза, добраться до него и удалить этот тромб, восстановить проходимость артерии. Раньше таких операций не было, то есть эта операция, она получает свое развитие и распространение вот буквально последний год не только на территории Российской Федерации, но и вообще по миру в целом. Показывают главе области и новое оборудование, позволяющее делать операции на позвоночнике, например, удалять грыжи. Процедура болезненная и сложная, но без хирургического вмешательства просто не обойтись. В год в Ульяновской областной делают около 100 таких операций. Это оборудование облегчает проведение таких операций. Во время операции хирург имеет качественную визуализацию операционного поля и анатомических структур, что в разы повышает безопасность пациента. Не мог глава региона не побывать и в роддоме больницы. Тем более, что там сейчас находится женщина, ставшая матерью в 12-й раз. Судьба семьи Ярославы Макаровой необычна. До 2014 года они с мужем жили в Харькове. Там на свет появилось 7 детей. Позже перебрались в Павловский район нашего региона. Таким образом, маленький Демид, 5-й ребенок, родившийся в России. У нас с мужем достаточно большая разница в возрасте. Он хотел большую семью, и я тоже хотела большую семью. Ну, в общем, наверное, где-то мы на этой почве с ним сошлись. Вот. Ну, вот так получилось в итоге 12 деток, да. Алексей Русских вручает многодетной матери подарки и обещает, большая семья получит поддержку. Вот свидетельство о рождении вам вручаем. Все готово. Как вам у нас в Ульяновске? Очень мне понравилось, очень хороший персонал. Я очень искренне благодарна. Нам очень важно, чтобы было как можно больше многодетных семей. У нас меры поддержки одни из самых лучших в стране. Вот особое внимание мы этому уделяем. Поэтому очень рады, что вы к нам переехали. Всего в семье теперь 5 сыновей и 7 дочерей. Старший 23 года. Игорь Каранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.